Новое утро встречает нас отличной погодой. Всем привет, друзья! Вы смотрите Источник Знаний, и сегодня заключительная серия нашего путешествия по Крыму. Мы отправляемся сегодня в город Керчь, откуда мы на пароме переправимся на основную часть Российской Федерации и поедем в город Новороссийск. И оттуда уже на поезде в Москву. Всем приятного просмотра! Первое городище на сегодня называется городище Теретака. Сейчас мы его осмотрим. Похоже на колодец. Археологический комплекс «Древний город» Теретака. Теретака – крупное античное торгово-производственное городище и военная крепость, основанная ионийскими греками-переселенцами на небольшом плато. Город-крепость торговал с остальным миром – зерном, соленой рыбой, солью, фруктами, мясом, медом, железной рудой и металлическими изделиями собственного производства. Древнегреческий город Теретака расположен в южной части современной Керчи, в 11 километрах от Керчи, район Аршинцево, на северном берегу Древнего морского залива. Мы подходим к античному городищу Нимфей. Археологический комплекс «Древний город Нимфей». Древнегреческий город-полис, находившийся на западном берегу Керченского пролива, у современного поселка Энтиген, в 17 километрах к югу от Керчи. Объект культурного наследия федерального значения. Первое описание городища сделал Дюбрюкс, который отождествовал его с военным наблюдательным пунктом, а местоположение Нимфея определил по мысу Ак-Бурун в районе Павловской батареи.
Здесь мы можем видеть две надписи на ступенем АГО. Это означает для высокопоставленных лиц. Все, время вышло, едем грузиться на паром. Ждем, когда откроется выход. Ну вот и все, друзья, наше путешествие по Крыму плавно подходит к концу. Мы отправляемся в Москву. Спасибо за просмотр данного фильма. Если он вам понравился, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Также отдельно выйдет фильм под названием «Дороги Крыма», где будут только дороги. Всем желаю удачи. До скорых встреч. Пока. Вот в таком историческом здании народ отдыхает. Добрались мы до Москвы уже. Проезжаем в Выхино. Поезда. Вот он, государственный маршрут. Мы быстро пролетаем. Быстрее, чем метро. Должны, по крайней мере, летать. Почему ты летаешь? Метро закрыто, такси не ходят. Там красный огонек. А может сейчас поезд догонит.